получил? Путину звонит. Дональд Трамп, слышал, ты в городе. Как насчет помять кисок? Я вам вот что скажу. Будь он сейчас здесь, я бы надрал ему зад. Как и сотни мертвых журналистов. Я не боюсь Владимира Путина. Здравствуй, ты меня ищешь? Питер, ты не такой трус, как я думал. Ты хорошо держался. Спасибо, Владимир. Так как я не читаю газеты, не смотрю новости, я считаю тебя неплохим мужиком. В знак примирения, хотите ли вы пойти со мной в стрип-клуб и пойти искать кошек? Еще бы. Я за стрип-клуб. Хорошо, кто за руль? Знаешь, не подумай, что я спятил, но сегодня такой чудесный день, так что я хочу снять рубашку и поехать туда на лошади. Солнце приятно греет мой пивной живот. А знаешь, Питер, ты хороший мужик. Друзья? Как сказать «друг» по-русски? В русском нет такого слова. Теперь ты мой друг. Забавно, как все вышло. Кто бы подумал? Полагаю, иногда все не так, как кажется. Ну, Питер, спасибо, что показал мне Куахок. Да, было весело. Буду скучать по тебе, Владимир. Ну так летим со мной в Россию. Мне нужен друг. Добро пожаловать в Россию, Питер. В России самые красивые и самые страшные женщины в мире. Все десятки и все единицы. Вау! 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 Как вы тут развлекаетесь? У вас есть DirecTV? У нас Time Warner. Есть HBO? Есть Stars. А ESPN? У нас есть Fox Sports 1. А он в HD? В 420p. А есть... На все, что ты скажешь, я скажу что-то немного хуже. Симпсоны есть у вас? Есть Гриффины. А, я сам напросился. Здесь мы подстраиваем каждые американские выборы. А еще американский футбол. Что? Нет! Это правда. Знакомься, мой лучший друг Роджер Годел. Член комиссии НФЛ Роджер Годел? Ты русский шпион? Сегодня мы решим, кого отстранить из патриотов Новой Англии, да? Да. Том Брэди или Том Брэди? Ты не можешь делать, что пожелаешь, оставаясь безнаказанным. Пора кому-то встать против тебя.